Клиентка. Энергичная женщина, которая находится на пенсии. Во время первой встречи были определены потребности и цели. На консультации женщине рассказали, что такое инфляция и как уменьшить ее негативное влияние на сбережения. Женщина заинтересовалась депозитом. Было рассказано, какие их виды бывают и что такое капитализация. Клиентка выбрала для себя гибкий депозит с ежемесячным возвратом накопленных процентов на основной счет. Также клиентке было установлено приложение банка и показано, как им пользоваться. Через некоторое время была проведена сервисная встреча, и женщина заинтересовалась тем, как можно иметь прибавку к государственной пенсии. Она решила откладывать средства под сложный процент. И было решено эти вложения делать в негосударственном пенсионном фонде. Также было определены периодичность и сумма платежей.